Выпил стакан сока, а на утро вышло ведро червей. Это должно мотивировать каждого из вас. И среднемесячный доход человека составляет 565 тысяч рублей. Я пишу статью, снимаю ролик, ничего сложного. Проще простого. Уже знаете, как настроить, какой оффер выбрать, где взять партнерскую ссылку. Остается вопрос, где взять трафик, самое главное. Интересуют многих бесплатные источники трафика. Сегодня я расскажу вам о нескольких источниках, откуда можно тоннами извлекать трафик и выгодно его монетизировать. 20 сентября 2019 года. Москва. Центр международной торговли. Не пропусти крутейшую конференцию по партнерскому маркетингу. Приходи и учись зарабатывать в интернете у лидеров рынка. 800 участников, 500 тысяч рублей на развитие своего проекта, продуктивный нетворкинг, примеры крупных компаний, доклады без воды рекламы, тренды, цифры, реальные кейсы, факты, прогнозы, практическая информация от топовых веб-мастеров и ведущих рекламодателей Рунета. 20 сентября в Центре международной торговли на 5-й ежегодной конференции «Адмитат Эксперт 2019». Время идти вперед и развивать свой бизнес в интернете. Источники трафика я объединил в три крупные категории. Это SEO, рассылки и видеохостинги. Это одни из самых лучших источников, которые имеются на данный момент. Сначала брызнем, вот таким образом хлобызнем. SEO-трафик – это посетители из поисковых систем. Они могут переходить и на ролики, и на статьи, и на различные приложения, в социальные сети. Все, что доступно в поисковых системах Google, Яндекс, Yahoo, Bing, Rambler когда-то существовал, Mail.ru. Различные поисковые системы существуют. В них люди пишут запрос и куда-то их отправляют на какой-то ресурс. Так вот, этот трафик извлекать достаточно несложно. Для этого существует SEO-направление. SEO – это Search Engine Optimization. То бишь оптимизация под поисковые системы. Для начала берется тема, которая вам понятна. В моем случае это может быть какое-то приложение для заработка или сайт для заработка. Я пишу статью, снимаю ролик и затем мне нужно оптимизировать за счет ключевых слов данную статью. Они должны мельтешить в самой статье, в заголовках, подзаголовках, ну и других параметрах. Это можно отдельно все прочитать, рассматривать достаточно долго придется. Вкратце, чтобы вы понимали. Если я назову статью «Как заработать на телефоне», она нигде не выбиться, скорее всего. А если я напишу, как заработать на телефоне при помощи серфинга в 2020 году, тогда люди, скорее всего, будут переходить на мою статью, потому что она будет самым верху. Аналогичных ресурсов с подобным названием не будет. Но тем не менее, запрос такой существует. Смотреть запросы можно при помощи сервисов Яндекс.Вордстат и Мутаген. Там показывается частотность по тем или иным ключам. Например, ключ заработок смотрит там 100 тысяч человек в месяц в Яндексе. Аналогично можно отслеживать абсолютно любые ключи. То ли след, но то ли волосина, блин, мешает. Теперь, конечно же, практика с результатом. На нашем сайте YouPartner.pro публикуются различные обзоры партнерок, статьи, обзоры программ, сервисов и прочее. Так вот, был опубликован обзор прокси, если мы перейдем полезные сервисы прокси, и спустимся в самый низ, давненько написана вот такая статья «Индивидуальные прокси на Proxys.io». 14 тысяч просмотров у данной статьи. Мы ее открываем и видим такой незамысловатый текст. По центру такая кнопочка «Приобрести индивидуальные прокси», там стоит партнерская ссылка, при помощи реферальной системы Proxys.io я получаю, ну там не помню, процентов 20 от продажи. По ключу индивидуальные прокси данная статья выбилась в поисковых системах и люди начали сюда заходить. Они читают немного материал, их все устраивает, переходят по ссылке, покупают прокси и я с этого зарабатываю деньги. Таким образом, вы можете работать с любой партнеркой. Статьи, делать видеоуроки, выкладывать какие-то картинки, функционал, там может быть приложения такие веб. Всякое разное существует, какие-нибудь онлайн-калькуляторы, там посчитать длины, величины. Размещаете партнерскую ссылку и получаете деньги. Или продавайте рекламу напрямую. Также можно неплохо зарабатывать на Google AdSense и Яндекс рекламной сети. Заработано с одной статьи 8690 рублей. Таких статей можно писать много, обзоров здесь вот даже сейчас можете глянуть. Перейдем в раздел прокси, вот столько обзоров. Конечно, другие обзоры собрали меньше просмотров, но тот же AirSox принес неплохой результат.
Proxymania и ProxySale тоже имеют результат. Могу в дальнейшем показать вам личные кабинеты. По-моему, я даже вам показывал в некоторых партнерках. Данный способ извлечения трафика не требует вложений. Вы пишете тематический контент, добавляете сайт в поисковые системы, извлекаете оттуда трафик и потом монетизируете его. Ничего сложного. Я уверен, найдутся люди, которые напишут или подумают, что сейчас там 2050 год, пробиться в SEO никак, там по ключам этим запросы никакие не работают, трафика нету, и все это к чертовой матери не работает, только с вложениями. Так вот, извлекать трафик вы можете не тупо из поисковых систем, а при помощи новых сервисов Mail.ru или Яндекса. У Mail.ru это называется Пульс, вот такие вот индивидуальные предложения постов, а у Яндекса это называется Яндекс.Дзен. Крутится очень много трафика здесь, все эти сервисы вмонтированы в браузеры, Яндекс.Браузер, потом в Хроме часто появляется, и они эффективно делятся просмотрами. Здесь публикуют в основном хайповые такие материалы, 7 женских биографий, которые по-настоящему вдохновляют. Как убрать из интерфейса YouTube все лишнее. Дисней сама приняла решение о разрыве отношений по Человеку-пауку. В Дзене. Школьник нашел в траве новорожденного щенка, когда он вырос, оказался породистой собакой. Тест. Считали бы тебя красивой в средневековье. И так далее. Вот эти все материалы, они бесконечно появляются. Если вот так сделать прокрутку, они постоянно будут вот обновляться сколько угодно. Куча контента, куча трафика. И вы можете создать свой канал совершенно бесплатно в Яндекс.Дзене, постить туда для начала уникальные статьи, потом связать этот канал с сайтом. Будет на основе RSS переводиться материал с сайта в Яндекс.Дзен. И вот так же будут выбиваться статьи. И смотрите, самое интересное. Если я сейчас нажму на какой-нибудь материал, я перехожу не на группу в Дзене, а посещаю сразу сайт ive.ru. И вот такая вот статья. Аргументы и факты. Что касается пульса Mail.ru, мы переходим вот сюда, во вкладочку «Пульс» для паблишеров, и вот здесь заполняем заявочку, чтобы попасть в эту ленту. Ничего сложного. Проще простого. А для закрепления покажу вам статистику одного из сайтов, который продается на бирже Телдере. Оптимальная цена 1 155 000. Каталог полезной информации, монетизировался рекламной сетью Яндекса, пушами и видеопотоком. Цена за посетителя такая-то, подключен по RSS к Дзену. Трафик. Посетителей в день 91 тысяча человек. Это сумасшедшая посещаемость. И смотрите что. Иные источники – это переходы из Дзена. Смотрим по иным источникам, 82% всех посетителей, а это 75 000 человек в день. Сумасшедшая сумма, и среднемесячный доход человека составляет 565 000 рублей. Это должно мотивировать каждого из вас. А сам по себе сайт выглядит очень просто, такой может создать практически любой человек, погуглив информацию пару дней в интернете. 6 звезд, которые совершенно случайно стали знаменитыми. Сбоку отображается вот рекламка, которая приносит такой доход. 9 знаменитостей, которые были богачами еще до своей славы. 5 самых красивых детей знаменитостей. Ну видите, что это такой желтушный контент, который просто людей заставляет перейти, что это что-то интересное. Вот это прям заточено под Пульс и Яндекс.Дзен. Вот примерно такое можете и создать для начала. И здесь уже пихать свои партнерские ссылки, какую-то рекламу, еще что-то. Это работает, и это хорошо. А мы хлебанем и перейдем ко второму способу извлечения трафика. Ютубчик и прочие видеохостинги. Как вам известно, из моих роликов, из других роликов и просто из понимания работы системы и алгоритмов Ютуба, данная площадка активно делится просмотрами. Что нужно делать? Вы создаете канал, загружаете туда тематические ролики, называете их на основе тех же ключей, что и в SEO. SEO-ключ может выглядеть вот так. Как избавиться от паразитов, как вывести глистов. А хайповый ключ может звучать таким образом. Выпил стакан сока, а на утро вышло ведро червей. Смотрим. Оба варианта, как в теории, так и на практике, будут приносить просмотры. Первый вариант за счет того, что будут писать в поисковую строку разные ключи, и при помощи поисковых систем это также работает. А второй вариант за счет алгоритмов YouTube. Один человек посмотрит, начнется удержание аудитории, кликабельность по такому названию, это кликбейт называется. И таким образом активность возрастает, и ролик получает просмотры с главной страницы и с похожих, рекомендуемых, в общем, за счет алгоритмов YouTube. Нейросети так работают. Теперь к практике. Я вам уже это рассказывал, покажу еще раз. Напишем знакомство в Москве и отфильтруем в этом месяце. Достаточно красивенько оформлен ролик, используется эмоджи, вот такой вот значок 18+. Знакомство для взрослых, Москва. Ссылка в описании. Насчет ссылки не знаю. Сам ролик выглядит таким образом. Это слайд-шоу, ничего сложного. И здесь вот сразу ссылочки. Знакомство в Москве, знакомство в твоем городе. Регистрация бесплатная. Эти ссылочки сокращаются при помощи различных
различных сократителей ссылок, редиректов, доменов и прочего. Берутся партнерские ссылки, вот, например, Adult Dating в партнерской программе URL Partners. Доступно это в разделе оферы Smart Links. Рекламируя данную партнерскую ссылочку таким образом, вы сможете зарабатывать денежки с каждых регистраций, пополнения счета, ну и других действий, которые оплачивает партнерка. Проводить такие и подобные рекламные кампании достаточно несложно, масштабировать процесс, думаю, тоже проблем не возникнет. Просто находите пачкой различные ключи, используйте их в роликах, записывайте от себя более-менее качественные, честные ролики, какие-то там рекомендации давайте, это соберет еще больше трафика, начнет формироваться канал, а там станет доступна и прямая монетизация. Все это делается бесплатно, трафик дается вам бесплатно, нужно только тратить время и проводить эксперименты, что и как работает лучше в данный момент времени. Помимо YouTube можете потестировать еще такие проекты, как Dailymotion, Coop, видео ВКонтакте, видео в Фейсбуке, других социальных сетях, видеохостинги в Юле, еще какие-то. Сайтов полным-полно, нужно просто тестировать, не лениться. Не получается, тестируйте другой сайт. И вот так вот эксперименты всегда доводят к какой-то цели. Как минимум, опыт вы заработаете. Третий, древнющий способ является одной из категорий спама, который постоянно модернизируется, совершенствуется – рассылки. Их можно проводить на почту, в различные мессенджеры, социальные сети, личные сообщения, куда угодно. На данный момент хорошие результаты все еще показывают e-mail рассылки, Telegram прекрасно работает, WhatsApp и Viber. При помощи специальных программ вы можете рассылать людям различные предложения. По-всякому хитрить, маскировать ссылки при помощи картинок, еще что-то. Для того, чтобы продемонстрировать, как выглядит парсер, я написал в Google картинки сборщик номеров ВК. Достаточно много программ существует. Одна из самых известных таким образом выглядит. Как она работает? Люди на своих страничках указывают номера телефонов в Телеграме, в WhatsApp, там, в Инстаграме, в общем, пишут на своей страничке. В программу закидывается ссылка на сообщество, допустим, рыбалка Ростов. Далее собираются пользователи, у которых отображается на стене номер телефона, они записываются в столбик вот таким образом, и вы, в принципе, можете совершить по этим номерам рассылку с предложением каких-нибудь снастей, удочек, еще чего-то, то, что может заинтересовать людей, которые состоят в группе про рыбалку. А если акцентировать внимание на город, например, Ростов, что доставка туда бесплатна там или очень дешево, быстро, это еще больше подогреет интерес. Ну, сидит человек там где-нибудь, отдыхает, ему приходит там новая современная удочка с наживкой в подарок, бесплатная доставка в Ростов, специальное предложение для вас со скидкой сегодня там. Мужичок такой залипает в телефон и думает: «Я же на выходных поеду с мужиками на рыбалку». Клюет хоть? Ага. И мне такое предложение: ну-ка перейдем посмотрим, а там что-то такое современное, на лендинге свои инструменты, которые мотивируют, что там какие-нибудь там нано-лески, нано-крючки, там автоматические электроудочки, пауки, там еще что-то. Он думает: блин, закажу, интересная штука, заказывает, связывается, оплачивает, и вы с этого зарабатываете денежки при помощи тех же партнерских программ. Думаю, понятно, что тематик великое множество, находите то, что может заинтересовать людей, или берите общее тематики, допустим, похудение, делайте подобные рассылки и зарабатывайте деньги. Руками работать таким образом достаточно сложно, лучше всего автоматизировать процесс за счет программ, вот тоже написал, программа для рассылок WhatsApp, вот такие вот разные программочки существуют. Предложено много бесплатных вариантов или взломанных, но будьте осторожны, когда скачиваете какой-либо софт, ведь есть возможность подцепить вирус. Ну и туда закидываете номер телефона, пишите сообщение, и рассылочка производится сама. Что касается e-mail рассылок, эта тема изжевана, множество инструкций написано, посмотрите в интернете, как это делается. Ну, я для примера покажу сервис SendPulse, вот возможности e-mail рассылки. Я лично делал отсюда рассылки, ничего сложного. Указывайте сначала адресную книгу, и вот сейчас покажу вам этот функционал, создать рассылку. Указывайте тему сообщения, и вот конструктор шаблонов. Выбираете, например, базовый вид, вот с подсказками, текст без проблем редактируете, там меняете отступы, там удаляете, все что надо делаете, какие-то кнопочки добавляете, их по-всякому располагаете, перетаскиваете. Вот, например, кнопочку нам надо наверх поставить, вот так переносим. Далее сохраняете, продолжаете, отправляете на модерацию рассылку, и далее сообщение отправляется на почту людям. Туда можно запихать все что угодно, различные финансовые предложения, ну там оформить банковскую карту или продажа товаров. Главное, смотрите, чтобы это в спам не попало, сильно не переусердствуйте, постепенно работайте, прогревайте свой аккаунт, откуда направляете рассылочки, такие там почта указывается. В общем-то, вот
такое направление существует. Посмотреть эти и другие способы извлечения трафика вы можете на нашем канале «Деньги в интернете», на других каналах, почитайте в интернете больше информации, постоянно экспериментируйте, тестируйте и неминуемо добьетесь успеха. Ставьте лайк, если понравилось видео, а мы с вами прощаемся. До новых встреч, друзья!